Раф, вы сказали, мы должны прийти к состоянию, когда захотим объединиться над отторжением. А у меня вот такой вопрос, какой мотив этого желания объединиться? Это ожидание какого-то будущего наслаждения большего? Или это как привычка, вследствие привычки возникает, когда я там не хотел чистить зубы, но 20 лет их чистил, и теперь я без этого уже не могу, и можно сказать, что это хочу? Или это некое, или человек ожидает какого-то воздействия света, вследствие которого вот к нему просто придет это желание объединиться, и у него не будет никакой причины. Ну, как правило, мы говорим так, что человек ничего не делает, он не понимает, что он делает. А есть в нем две силы. Одна сила — это сила животная, то, что есть в любом живом организме, неживое растительное животное. А кроме того, в этом живом желании, которое заботится только лишь о себе, кроме этого, у нас есть еще точка в сердце, то, что называется точка от Творца, от Высшего. Это искра желания отдавать. Исходя из разбитого кли, который создал Творец, а затем разбил специально, он создал желание получать, он подвел его в чем-то небольшом к желанию отдавать. Это называется, что Адам решен был в Ган-Эден, в Эдемском саду, на уровне бины, а затем разбил его. И тогда это кли упало в ради получения, но в нем осталась искра. И мы, это наше устремление, потребность постичь эту более высокую, высшую реальность. Мы устремляемся за этим, за этой искрой, и поэтому, исходя из нее, мы и действуем. И для того, чтобы правильно выстроить наше отношение к искре, к этому духовному решимо, мы должны выполнять разные действия. Они помогут нам. И эти действия это объединение в десятке. Ну, все то, что говорят нам каббалисты. То, что поможет нам. Это мы и делаем. Так и действуем. Вообще, секундочку, нет. То действие, которое делать, с ними все понятно. Другое дело, вот сама фраза, пока у вас не появится желание к объединению. Где, откуда оно, откуда корень этого желания к объединению? А это уже происходит за счет высшего света, света, возвращающего к источнику. Мы выполняем разные действия, те, которые каббалисты порекомендовали нам выполнить. И в результате них мы начинаем от недостатка выбора, через силу сближаться друг с другом и видеть в соответствии с этим, как наше действие по объединению производит в нас изменения. И после множества усилий в сближении друг с другом, не телами, а в устремлении к Творцу, к высшей силе, к отдаче, к объединению с помощью отдачи. Насколько мы стараемся облачить все эти устремления в действие, чтобы они были все более и более подобны духовному, то в соответствии с этим мы вызываем свет, возвращающий к источнику. И он на нас действует, и мы уже начинаем чувствовать, что я нахожусь в двух состояниях. Или я один, или я соединен с товарищем. Разумеется, речь о желании. Не о телах. Тем более во время пандемии, которая специально
предназначена для того, чтобы мы обратились больше к внутреннему объединению, к тому, чтобы человек как можно больше обратил внимание на внутреннее объединение. И к этому переходят сейчас все, все человечество. Так вот, насколько мы стараемся вернуться к объединению физическому и телесному, но это для того, чтобы мы каждого еще раз достигли бы успеха и вновь бы разбились. То есть, чтобы у нас было попеременно. Удача, разбиение. Но все для того, чтобы была связь между нами, но лишь по мере наших внутренних изменений. Чем больше мы захотим быть вместе, то, соответственно, мы и сможем быть вместе. Приблизить наш мир к миру духовному, к духовности. И близость между ними, она по мере подобия свойств. Чем ближе они, тем чем ближе притягиваются друг к другу. Так и в духовном мы тоже все ближе приближаемся к духовному, когда в нашем мире все больше и больше действуют силы, которые все более духовные. Наш мир поднимается в духовный. И поэтому здесь видим такие резкие и противоположные состояния. Так и будем продвигаться.